2018 году правительство отчиталось о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы. При этом в послании 2019 года особо было обращено внимание и федеральной, и региональной властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требования никто не отменял, мы понимаем. Вместе с тем, порой мы видим, что по сути поставленные задачи много в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры.